Каждый месяц мы обсуждаем перспективы развития рынка труда Самарской области с экспертами Департамента по управлению персоналом и кадровой политике аппарата администрации городского округа Самара. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Как работодатель должен организовать работу в замкнутом пространстве? Какие требования предъявляются к охране труда при работе в колодцах? Что нужно сделать, чтобы избежать травматизма в сложных условиях? В нашей студии Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политике аппарата администрации городского округа Самара. Дмитрий Владимирович, здравствуйте, спасибо, что пришли в нашу студию. Добрый вечер. Ну и с чего бы хотелось начать? Сейчас идет сезон ремонтов, это хорошо, это правильно, это необходимо, город готовится к зиме. Соответственно, работы идут на теплотрассах, на теплосетях, на трубопроводах. Это важные работы, и это сложные работы, и это опасные работы, безусловно, я так подозреваю. Вот как должны они быть организованы с точки зрения безопасности? Как вы верно отметили, что подобные работы в замкнутых пространствах относятся к такой категории, как работа с повышенной опасностью. Поэтому работодателям при организации подобных работ в обязательном порядке нужно предъявлять особые требования, тем более, что, в принципе, эти работы у нас регулируются нормативно-правовыми актами, специально созданными. Это и правила по работе на высоте, специальный раздел существует в правилах по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, ну и, конечно, в данном случае основополагающими будет это правило по охране труда как раз в ограниченных и замкнутых пространствах. В этих документах у нас довольно подробно рассказывается и о мероприятиях подготовительных, так скажем, то есть какое оборудование должно быть использоваться, какие подготовительные мероприятия должны проводиться перед тем, как непосредственно приступать к этим самым работам. Большое внимание уделяется подготовке персонала, который будет как раз участвовать в этих работах. Ну и, конечно, тоже немаловажное внимание уделяется и еще и средствам индивидуальной защиты, которые как раз и должны в самых, что называется, крайних случаях как раз и спасать жизни нашим работникам. Ну вот средства индивидуальной защиты понятно, а вот с точки зрения организации, как они должны быть организованы, вот эти работы? Потому что, когда человек находится в замкнутом пространстве, это вообще как бы отдельная такая история. А когда человек находится еще на глубине, это вообще, на мой взгляд, требует отдельной организации. Совершенно верно. Перед тем, как, в принципе, отправлять людей на подобные работы, не случайно у нас в правилах прописано, что если есть возможность избежать подобного вида работ, то нужно это сделать. Почему в данном случае эта фраза употребляется? Ну, потому что организовать эти работы довольно-таки сложно. Здесь целый комплекс мероприятий необходимо сделать. То есть мы должны убедиться, что то рабочее место, где будут работать у нас люди, оно, в принципе, безопасно. Ну, во всяком случае, насколько это возможно безопасно быть. У нас практически каждый год на протяжении долгих лет работники, которые участвуют в подобные виды деятельности, они у нас получают травмы. Ну, слава богу, прошлый год у нас был исключением в данном случае, но опять-таки от травм работники ни в коей мере не застрахованы, потому что те же самые цистерны, колодцы те же самые, в них в том числе скапливаются различные ядовитые химические газы, в том числе и воздействие температур повышенных, если мы как раз говорим о том, что если работы ведутся на теплоцентралях в том числе. Поэтому работодатель должен в обязательном порядке убедиться, что все вот эти вот факторы, они либо отсутствуют полностью, либо минимизированы. Здесь у нас есть огромное количество различных, в том числе технического оборудования, те же самые газоанализаторы, которым нужно в обязательном порядке пользоваться перед тем, как мы спускаем людей в тот же самый колодец. Может быть, там скопились какие-то химические вещества, какая-то загазованность в том числе. При этом, как у нас работник коммунальных служб в свое время в качестве анекдота рассказывали, в качестве самого примитивного и простого газоанализатора они использовали клетку с мышью. Брали клетку, сажали туда мышь, спускали на веревочке. Ну, во всяком случае, эту байку довольно часто работники коммунальных служб молодым сотрудникам в свое время рассказывали. Ну, в настоящий момент, конечно. Потому что, вот это старая история, что шахтеры использовали канарейку. Да, действительно, опыт такой у шахтеров. Но это действительно было. Конечно, да.
И в данном случае, в настоящий момент, наука шагнула довольно далеко вперед. Да, то есть канарейка мышей уже не требуется? Канарейка мышей уже не требуется. В настоящий момент существует довольно большое количество специализированных приборов, которых в обязательном порядке нужно пользоваться перед тем, как отправлять человека на подобные виды работ. В том числе работодателю нужно предусмотреть не только средства индивидуальные, но и коллективные защиты. Те же самые вентиляторы для того, чтобы продувать эти самые помещения, где работнику предстоит работать. Не забываем также о том, что если речь идет о конденсационных колодцах, то опять-таки они между собой соединены. То есть опять мы перед тем, как отправлять этого человека, мы его проветриваем, то есть несколько колодцев параллельно находящихся мы их открываем, чтобы циркуляция воздуха какая бы то ни была, она была в обязательном порядке. Ну и, конечно, мы должны исходить из самого печального развития событий, то есть если, не дай бог, по той или иной причине с работником на глубине случится что-то, это травматизм может быть, это какое-то заболевание, обострение заболевания, то мы должны продумать механизм, каким образом мы будем его оттуда эвакуировать, потому что, опять, существуют различные и самоспасатели, предназначенные для подъема из углублений, из колодцев в том числе. Все эти механизмы должны быть в обязательном порядке. Кроме того, в обязательном порядке должны быть предусмотрены средства связи. То есть, каким образом люди, находящиеся на углублении в том числе, они могут подать сигнал тревоги, сигнала помощь вызвать к себе, потому что зачастую, если работы тем более ведутся в оживленных местах, то есть на улицах, где транспорт ездит, ну просто-напросто услышать сигнал о помощи будет довольно-таки проблематично. Ну и, конечно, средства связи нужны, если необходимо вызвать ту же самую бригаду скорой помощи. То есть работодателям об этом задуматься нужно тоже будет в обязательном порядке. Ну, я, кстати, знаете, о чем подумал? Вот, наверное, важнейший момент. Первое, я так подозреваю, что один работник там категорически... Ни в коем случае. У нас не должен находиться. Да, эти работы должны производиться исключительно в составе бригад. То есть должны быть несколько человек находятся, соответственно, на объекте. То есть в том же самом... колодцы могут находиться. На поверхности в обязательном порядке должен находиться человек. Ну и должен быть мастер или другое ответственное лицо, которое наблюдает непосредственно за ходом проведения работ, который как раз и может принять какие-то управленческие решения, ну и в том числе вызвать помощь. Оперативные решения. Оперативные, совершенно верно. Потому что человек, который вот понимает, что сейчас реально происходит, и он может предвидеть опасности, в случае чего просто вот, ну, людей быстро эвакуировать. И еще один момент. Ведь, наверное, здесь готовить нужно как-то по-особому. Потому что человек, который работает в средстве индивидуальной защиты, ну, это вот я просто в армии служил, и я помню, как нас учили пользоваться противогазом, ОЗК. И как бы это, ну, это не просто так. Ни в коем случае. Ну, написано, да. Как это есть поговорка, устав написан кровью. Это не просто слова. То есть это означает, что кто-то пострадал, и после этого выработаны были определенные правила. И тебе говорят, сделать нужно так и никак иначе, потому что иначе будет плохо. Вот здесь как обучать людей, чтобы они правильно пользовались средствами защиты, чтобы они правильно спускались. Ну, то есть там я даже вот боюсь представить себе, какое количество требований необходимо вот выполнять, чтобы сделать все правильно и безопасно. Как вы верно отметили, подготовка должна быть действительно очень масштабной. Во-первых, эти люди должны быть обучены по охране труда, то есть знать специфику, знать, как именно необходимо и безопасно, в первую очередь, выполнять эти самые работы. Во-вторых, они должны быть обучены именно по работам на высоте, а у нас к работам на высоте относятся как работа, когда мы поднимаемся наверх, так и когда мы спускаемся вниз. Вот это тоже вот, будет считаться работа на высоте. Немножко смущает. То есть высота — это и вверх, и вниз? Высота — это и вверх, и вниз, совершенно верно. В обязательном порядке они должны быть обучены работе именно в замкнутых пространствах, ну, потому что здесь специфика существует очень довольно серьезное. Нельзя исключать в том числе и панические атаки при работе в замкнутых пространствах. Некоторые люди подвержены и клаустрофобии, и другим, собственно говоря, заболеваниям. У некоторых людей может подняться резко давление. От этих вещей никто ни в коем случае не застрахован. То есть это сложно, на самом деле, замкнутое пространство? Конечно. Это действительно сложно? Да, потому что мы же должны не просто так заниматься, находиться в этом пространстве, которое, опять-таки, стены, ну как... досужие утверждения, как говорят, стены давят. Ну, да. Ну а когда ты находишься в этом помещении, в этом пространстве,
то, опять-таки, во-первых, это психологически очень нелегко. Ну и, помимо всего прочего, мы не просто там находимся, мы осуществляем какие-то работы. При этом работы, они связаны с определенным уровнем опасности. Те же самые трубы, находящиеся под давлением, та же самая загазованность. То есть человек интуитивно понимает, что его жизнь в настоящий момент может находиться в опасности. Это довольно серьезная психологическая нагрузка на человека. Также нельзя не обращать внимания на то, что в этих пространствах люди находятся в вынужденных позах. То есть это они не в свободных позах, то есть они должны, соответственно, на определенные мышцы, на определенные суставы тоже это оказывает внимание. Понятно, то есть нужно что-то достать, условно говоря, это очень неудобно сделано. То есть должен как-то нагнуться, извернуться. Конечно, да, совершенно верно. Поэтому и к опорно-двигательному аппарату тоже внимание должно быть довольно, так скажем, существенное внимание мы должны на это обращать. Конечно, эти люди должны проходить предварительные медицинские осмотры. То есть мы должны, да, допускаются они к этим работам, не допускаются. Кроме того, существует у нас ограничение, что к этим работам ни в коем случае мы не допускаем несовершеннолетних граждан. Это до какого возраста? До 18 лет. Ни в коем случае мы туда их не допустим ни в какой форме, ни в каком виде. Некоторые говорят о том, что у нас есть люди, которые взрослеют раньше, да, то есть получают свои гражданские права до достижения 18-летнего возраста. Но опять-таки мы тоже их допускать сюда, несмотря на то, что они все знают, все умеют, мы тоже их в данном случае ни в коем случае не можем. Кроме того, существует ограничение на привлечение к отдельным видам подобных работ. Это у нас беременные женщины в обязательном порядке, да и вообще дам к некоторым работам в замкнутых пространствах мы допускать в принципе не будем. Ну и, конечно, людей, имеющих медицинские противопоказания и инвалидов. Тут тоже с очень серьезными ограничениями мы можем допускать подобные категории к этим работам. Ну, конечно, у человека условно лишние весы, да, и повышенное давление, и мы ему говорим лезть в колодец, там, допустим, нужно переварить трубу. А для того, чтобы ее переварить, нужно там, ну, да, изогнуться, конечно. Он просто там может остаться в этом колодце. Конечно, конечно. Элементарно. Ну, кстати, еще один важнейший вопрос. А вот ограничение, ограничить, вот ограждение, точнее говоря, ограждение, вот какие должны быть? Потому что колодец – это то место или там яма, куда могут провалиться люди, которые к этим работам не имеют отношения никакого? Да, совершенно верно. Места подобных работ должны в обязательном порядке быть ограждены на достаточном расстоянии. То есть у нас существуют санитарные правила, строительные правила, которые у нас как раз и говорят о высоте этих самых ограждений. Они градируются у нас с вами от того места, где производятся работы. Одно дело, если это проводится на дорожных работах, на дороге автомобильного транспорта, которые должны быть в обязательном порядке освещены в ночное время. Другое дело, если находится это на тротуаре. Третье, если это на газоне. Но в любом случае ограждение должно присутствовать. Ограждение должно быть достаточное. Оно должно быть сплошное, не допускающее туда попадание посторонних лиц. В обязательном порядке должны быть указаны телефоны служб, которые проводят работы. Опять-таки, если граждане заметили какое-то нарушение, отсутствие ли этого самого ограждения, иные какие-то нарушения, куда они могут обратиться и куда они могут подать сигнал об этом самом нарушений. Ну и, конечно, организаторы производства работ в обязательном порядке должны следить, чтобы посторонние люди ни в коем случае не попали на место проведения этих работ. У нас несколько лет назад в территории города Самары произошел трагический случай на улице Карбышева, когда проводились работы как раз с водопроводом, и ограждение было выставлено, ну, недостаточным образом. Произошло размытие грунта, и ну, там не прохожий, а работник сам, собственно говоря, провалился, грунт размыл, и, собственно говоря, работник провалился в эту самую яму. Закончилось это все довольно-таки печально, летальным исходом. Поэтому к этим работам нужно, в том числе к ограждению, очень серьезное внимание со стороны работодателей. Ну и потому что это ответственность, если, не дай бог, что-то происходит, я так понимаю, что это уголовная статья. Однозначно, однозначно. При нарушении требований охраны труда здесь уже речь идет об уголовной ответственности. Ну и тем более, как я уже говорил, что у нас существует определенная практика. То есть за последние 5 лет у нас 12 человек на территории Самарской области пострадало как раз при проведении подобных работ. И что особенно печально, что как раз вот подобные несчастные случаи чаще всего заканчиваются как раз летальным исходом, потому что работы эти очень и очень опасные.
Кстати, вот для понимания тогда зрителей и работодателей, что грозит юридически вот руководителю предприятия, который не соблюдал вот эти требования, в результате человек пострадал или, не дай бог, погиб? Сколько он может получить? Ну, по максимуму. Ну, здесь включаются уже следственные органы и 143-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации как раз за нарушение техники безопасности, охраны труда. В зависимости от вины, вины самого работодателя, его должностных лиц, там уже речь идет о реальных сроках, там бывает и 2, и 4 года лишения свободы в том числе. У нас на территории Самарской области существует как раз подобная судебная практика, когда действительно должностные лица работодателей отправлялись на места лишения свободы как раз за нарушение требований охраны труда. То есть практика такая существует, это не какой-то там мифологема о том, что можно получить срок. Это не только можно, но и существует практика, что действительно люди, нарушившие как раз требования трудового законодательства, получают эти самые реальные сроки. То есть они реально садятся в тюрьму? Однозначно. А вот основные причины травматизма при этих работах тогда? Ну, первая причина – это, как всегда, у нас неудовлетворительная организация работы. Когда работодатели очень халатно относятся к своим должностным, так скажем, обязанностям. То есть знаменитый авось. Авось, совершенно верно. Некоторые работодатели вообще не представляют о том, какие у них существуют обязанности. Мы постоянно говорим: читайте трудовое законодательство, читайте трудовой кодекс. Если уж настолько лениво, прочитайте хотя бы 214-ю статью обязанности работодателя. Там все четко прописано, что должен делать работодатель в отношении своих работников. Это и обучение, и медосмотр, и обеспечение средств индивидуальной защиты, которое в данном случае является вообще одним из самых важных факторов. Ну и, конечно, мы не забываем о том, что к выбору работников нужно подходить очень серьезно и очень внимательно. Вот когда вы задавали вопрос по поводу подготовки, обучения, у нас был в практике на территории Самарской области случай, когда человек, задохнулся в колодце, при этом он находился в противогазе. Казалось бы, как можно умудриться это сделать? Вот действительно, как это произошло? Это можно сделать, это на самом деле довольно несложно, если ты думаешь, что противогаз – это простое устройство, которое стоит из одной вот резиновой маски со стеклянными глазами. Что если у тебя нет ни фильтрующего устройства, к ней не прилагается, ни труб, который выходит на поверхность, ни кислородного какого-то баллона, собственно говоря. И вот как раз причиной данного несчастного случая основной как раз и явилось то, что работодатель не обучил работника, как ему необходимо использовать эти самые средства индивидуальной защиты. То есть трубка у него была просто свободна? Трубки ее не было в принципе. То есть воздуха не было? Он надел эту маску и в этой маске ходил. То есть доступа воздуха нет, фильтрующих устройств никаких нет, он дышался этими самыми газами, парами. Опять-таки газоанализатор никто не использовал, не убедившись в том, что на этом месте нету опасности. А нужно понимать, что опять-таки носом мы не всегда можем определить наличие этих самых ядовитых паров, ядовитых газов. Поэтому устройства придуманы не просто так, и используются они тоже не просто так. Поэтому к этим вещам нужно подходить очень внимательно, подготовкой своего персонала, своих работников заниматься в обязательном порядке. Ну и, конечно, в том числе, вот у нас с 1 сентября вступают в силу новые правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, и там была введена новая норма, что работники обязаны сообщать об изменении своих антропометрических данных. То есть размеры меняются у человека. То есть, например, ты растолстел. Растолстел или похудел, в данном случае можно. В данном случае даже похудел будет более критично, чем потолстел в контексте того же самого противогаза. Я думаю, тем, кто служили в армии, и тем, кто пробовали носить противогаз, знают разницу, если противогаз тебе мал или, наоборот, он тебе слишком велик. Да, и в данном случае некоторые работники тоже могут халатно отнестись к тем же самым средствам индивидуальной защиты, фильтрующим, противогазам в том числе, надеть на размер больше, ну и эффект будет, точнее отсутствие всякого положительного эффекта, в том числе может закончиться летальным исходом. Ну, то есть, по большому счету, я так вот сейчас для себя подумал, работодатель, точнее, скажем так, директор предприятия, вот если у него предстоят такие работы опасные, вот я бы, наверное, рекомендовал лично приходить и проверять. Вот, наверное, вот так. Я понимаю, что это нигде не записано, но вот для собственной безопасности вот лучше приди и проверь, чтобы потом вот, ну, в тюрьму не сесть, во-первых. Но, во-вторых, это просто, ну, личная ответственность. У тебя люди погибли. Ну, много контроля здесь на самом деле быть не может. Ну и как у меня один знакомый руководитель организации говорит, на охране труда это та вещь, на которой экономить ни в коем случае нельзя.
Потому что это опять-таки от этого зависит и благосостояние организации, но в том числе и благосостояние семьи руководителя организации. Поэтому экономить на охране труда ни в коем случае нельзя. И это касается не только каких-то технических процессов обеспечения, но и в том числе и на работниках, чтобы они, соответственно, были подготовлены, и в том числе, чтобы они действительно к своей работе относились серьезно. Ну да, то есть нужно здесь в данном случае, вот понятно, что сейчас не так легко найти на самом деле работника, подчас, вот особенно для каких-то технических там манипуляций, но с другой стороны и пускать необученного человека, это... Ни в коем случае нельзя, ну не случайно же у нас правило говорит, что если есть возможность не проводить работу, то лучше их не проводить. Если вы не уверены, что вы можете правильно, грамотно организовать проведение подобных работ с повышенной опасностью, то лучше сами это не занимайтесь, а поручите, соответственно, подготовленным и обученным для этих целей людям. То есть это вот это имеется в виду. То есть лучше откажитесь, да, найдите субподрядчика, который, у которого есть персонал обученный, но не берите на себя вот этот риск. Совершенно верно. Поэтому прежде чем отправлять людей на подобные работы, убедитесь, что вы понимаете, осознаете все риски, что вы действительно сможете это сделать собственными силами, и только после этого приступайте к организации подобных работ. Ну, вот это очень важный момент. Как часто, на ваш взгляд, работодатель должен проверять работы в замкнутом пространстве и вот эту техническую свою подготовленность? Потому что иногда ведь, ну, как бы руководитель живет где-то там в одном мире, а предприятие живет где-то немножко в другом, в параллельном. У нас с 2016 года появилась обязанность у всех работодателей заниматься, организовывать у себя внутри систему управления охраной труда. Система управления охраной труда, вопреки распространенным заблуждениям, это не какой-то нормативный документ. Точнее, это не только нормативный документ. Это умение работодателя выстроить контроль и организацию работы на всех этапах. То есть это начинается с чего? Что руководитель, он, соответственно, назначает на должности не своих друзей, своих людей, к которым он хорошо относится, а профессионалов, которые знают работу, которые ответственно относятся к этой работе, которые постоянно осуществляют контроль за проведением работ. На ниже стоящих этапах такие же люди, то есть профессионалы, которые ответственно подходят. И сами работники – это не какие-то случайно нанятые люди. Это люди, которые опять осознают все риски, которые в том числе и сами каждый день, придя на рабочее место, осматривают все оборудование, с которым они пользуются, осматривают все средства индивидуальной защиты, ни в коем случае не молчат. Как у нас часто бывает, когда расследуем несчастный случай, и работник, получивший травму, говорит: «Да вот у меня уже каска-то уже полгода как с дефектом», и при этом он никому не рассказывает. «Вот у нас уже месяц розетка вываливается, и поэтому кто-то получил удар током». То есть опять работники должны тоже к своей безопасности относиться очень и очень внимательно. Постоянно работодателю рассказывать или непосредственному руководителю рассказывать о всех выявленных недостатках на рабочем месте. Только это как раз и поможет нам избежать вот этих самых несчастных случаев. Спасибо за интересную содержательную беседу. Я надеюсь, что вот то, что мы сейчас говорили, люди услышали, потому что это крайне важно. Это важно, во-первых, для руководителей предприятия, это их безопасность, и безопасность их предприятия и их личная безопасность, но и для людей, потому что кроме как тебя, кто еще позаботится о твоем жизни и здоровье? Наверное, вот это надо для себя понимать. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии был Дмитрий Васюкин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политике аппарата администрации городского округа Самара. Берегите себя. Всего вам доброго. До свидания.